Всем привет, мои дорогие! То все будни, 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 а вот это вот красота! Батуми Санаса, иди в Нашке Батуми. Из Батуми с Нашкемом. Просто повод погулять. А вот и мой сыночек. Счастлива. Друзья мои, всем привет! Я так давно не выходила к вам на связь с утра. Почему? Потому что приезжает моя подружка, бизнес-партнер Норма ГГС. И мы с мужем едем сегодня ее встречать. Естественно, у меня и свои какие-то были дела. Генеральная уборка на ходу. В общем, все так прошел день, пролетел. Сейчас мы идем с мужем за рыбой. Будем покупать рыбу в Карфор и кое-что купить еще. Вот, ждем предвкушения гостей, как я люблю гостей своих близких, хотя мы с ней не встречались, но она подписчицей была на Ютубе более 3 лет, следила столько времени, год назад стала бизнес-партнером, и жалеет, что она начала бизнес сколько лет назад. Вот, так что одела я брюки, потому что сейчас быстренько оставим вещи и поедем ее встречать. Мой муж там ждет меня. Это девочка, моя девочка. Сегодня у меня нарушение всего. И кофе будем пить. Вот такое мороженое магнум. Нашкем устал мой. Ерундой Машкем, чё? Анна туда на веревке. Нет, ну прищепки возьми, прищепки. Смотрите, чем я занимаюсь, друзья мои, как я кричу. Такую рыбку мы будем сейчас жарить с моей подружкой, которая ко мне приехала. Салат брокколи. Картошку из сельдерея. Ну, а это просто. Посмотрим, будем готовить или нет. Столько подарков, столько вкуснятин привезла моя подружка. Особенно диетические вот эти пастилы, мастилы. Ой, столько чего, потом покажу вам. Друзья мои, вот такой сегодня мы делаем ужин. Запекаем по новому рецепту. По какому? Чтобы у каждого красиво была рыбка на тарелке. Вот и все. Будем кушать! С моей девочкой. Долма называется или сарма? Сарма. Сарма. Какой у нас красивый стол, да? Еще он не такой красивый. Сейчас самое главное блюдо у нас будет рыбка. Вот хочу показать вам. Жанночка, можно тебе показать? Да. Вот, Жанночка приехала. Жанна, вот знаешь, что хочу тебе спросить? Ты когда меня увидела вживую, я похожа на ту Светлану с видео? Нет. Другая, все другое, ты другая, и квартира, балкон, все по-другому. Похожая на морщинистую старушку с 60-летней. Похожа на ребенка. Маленькая. Ты на видео крупнее. Ты сам маленькая, миниатюрная, аккуратная и очень красивая. Ой, благодарю. Очень. Ой, моя девочка. Ей-богу, очень красивая. Добро пожаловать к нам в дом. Семейство Ата. Вот такой вот у нас закуски. Будем сегодня пить ракы. Я очень люблю гостей. Столько Жанна мне подарков подарила. Как раз для кето-диеты. Так, здесь у нас рыбка. Смотрите, как она запеклась уже. Сейчас мы посмотрим, готова она или нет. Это просто бомбезная. Все. Сейчас я вам покажу подарки, которые она мне привезла. Посмотрите. Клизму привезла мне. Расторопшу. Вот это все дрожжи. Это псилиум, подарки, шампуни. Ой, а вот это вот печень трески. Какие-то сладости. Все, потом покажу вам. Пошли мы кушать. Мисс. Насел? Мисс. О, со фронт так зельмиш. Балык. Чупра.
пальма – это самое любимое мое дерево. В Куране пальма, пальма, пальма. Гурма, гурма. Да, гурма и пшел. У нас вечер интересный гурма. Очень. Гурма, извините, гурма. Ты обняла ее? Да, я обняла. Я тебе говорю, это священное для меня дерево, пальма. В Куране постоянно напоминает о пальме. В Библии о пальме. Ну, как ее? О березе там ничего не написано. Мавиш тоже любит нашу пальму. Мавиш наш. Вот видишь, он чувствует. Свинка. Говори про пальмы. Про пальмы. Не видно. А нас не видно. Ну, я не расстроюсь, если меня не видно. Чтобы нам не в спину светил, вот так ты и себя должна снимать. Вот так. Поверни. Вот. Только выше, ну, чтобы тень не падала. И все. Мечты сбываются. Я это знаю теперь точно. Ночные бабочки. Ах, ребята. Эфенди. Улеги. Тут. Амин. Не решил, кто ты, амин, кто ты, амин. Это мне не нужно, это амин. Уже вам еще эту цену. Еще эту цену. Ага. Еще эту цену. Это мы во дворе вашего дома? Да, это наш дом. Посмотри. Вот шудал да чекла. Давай. Смотри, какая красота. На. Тамама? Ешь. Спасибо. Тамам. Машка, какая пойдем. Красота. Уже надо посмотреть, нету тут ничего. Завтра придем. Как это без углеводов, да? А? Ягоды можно. Скажи, как без углеводов? Йолар, бурда. Фрукты, а ягоды можно. Ашкин, бурда, гердом, не, белерсу. Все говорят об этом. И берг тоже, ягоды можно. Девочки, ну, мальчики. А чем это ягоды по своим углеводам, ну, фруктозе отличаются как от фруктов? Не... А это для наших друзей на Ютубе. Всем доброе утро, дорогие мои друзья, любимые мои подписчики, просто зрители моего канала. Мы с Жанночкой завтракаем, Пашкин спит еще. Вчера у нас был насыщенный день. Вечер мы были на набережной, потом кушали тут. Было так вкусно все. Вот Мавиш активно занимается своей принцессой. Чики-чики делает. Принцесса строит гнездо. Здесь у нас тоже птички. Тоже они что-то там. Два яйца есть. Так что нам весело. Мавишок завтракает. Мы тоже завтракаем. Цветочки радуют нас своим изобилием, красотой. А почему вот этот рам у меня перестала она цвести как-то? Надо отрывать эти? Да. Да? Да. А моя свекровь знаешь, что делает? Она собирает их, чтобы они сохли и семена потом для семян. Вот. А тут, посмотри, вся, как бороться с тлей. Видишь, она поела мои вот эти. Сидит на этих. Я уксус. А, ты мне сказала мылом. Я хозяйственным мылом. Да, надо научиться. Мыльную воду делаю. А как просто так мыльную и все, да? Да. На мыльное мыльное. Я прыскиваю. Так, вот у нас прекрасно на балконе. Понедельник начался. Соседи, что там делают соседи? Хотите посмотреть на моих соседей? Пока не оштрафовали, а многие завтракают. Видите, как красиво. Квартира у нас одна продалась, а одну спрятали вот там вот было напротив. Значит, продалась квартира. Сегодня базар. Будем отовариваться. Света, я в Сибири так не ты. Не говори, тут что происходит? Тут идет насилие, и мы вот спасли кошку от насилия. А посмотрите, как он смотрит на эту. Она такая хорошенькая. Жанночке доброе сердце. Она не может пройти. Да, не может пройти. И хочет спасти ее, говорит, унести.
Писо, 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 писо. В Турции кошек, знаешь, как зовут? Пис, пис, пис. Я знаю, как будто отписаться нужно. Пис, 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 пис. Он не уходит. Спасаем мы, спасаем. Вот это какое растение, скажи, она все знает. Я не знаю. Не знаешь? А это знаю, это олеандр. Олеандр. Он, не, он воняет или пахнет? Он ядовитый, нет, он прекрасно пахнет. Он ядовитый? Да, у него сок белый такой, он ядовитый. И что, его нельзя даже трогать? Нет, трогать можно, но сок... Иди, моя маленькая. Иди, иди. Иди, моя маленькая. Вот, вот, кошка убежала. Ай! Посмотрите. Побежала за ним. Ну, мы, знаешь, как она на другое дерево перелезла. Все, да, там пошли. По, там еще один, да, тут их нет. Слушай, мне только остается ее в Сибирь с собой забрать. Ты знаешь, что здесь кошкин дом. Вот здесь вот очень много здесь кошек живут. Поэтому мы их всех не сможем спасти. Природа берет свое. Заказали мороженое. Вот такое орео и вкусняшку такую. Вкусная там вон, кавун, дыня. Угу. Да. Мне вообще нравится мороженое турецкое. Оно почему-то отличается от... Ага, скорее. Не как в России. У нас в Сибири другое, не такое вкусное. Не жизнь, а малина у нас. Идем гуляем с Жанночкой. Вот. Программа. Посмотрите, какое красивое растение мы обнаружили с Жанной. И мы не знаем, как оно называется. Разряду пихта. Ну нет, это, наверное, как листья. Какая красивая. Посмотрите, они мягкие, такие приятные. Мавишу понравится, интересно, если я заберу, срежу. А как срезать? Посмотрите, какая красота-то. Боже мой, какая красота у нас, а. Вот, оторвала я мавишу, попробую. Понравится или нет?